Канал Находки Манили. Сегодня у нас на обзоре очередная монетка. Это монета номиналом 10 гривен, Украина. Эта монета посвящена участникам боевых действий на территории других государств. Очень красивая монетка. Давайте посмотрим, что изображено на аверсе данной монеты. Так, на аверсе монеты у нас размещен малый герб Украины, над которым надпись «Украина». На зеркальном фоне стилизованная композиция. На фоне модели Земли изображены континенты и указан номинал 10 гривен. Год чеканки монеты 2019, размещен слева. Логотип банкнотно-монетного двора Национального банка Украины размещен справа. Надпись «Участникам боевых действий на территории других государств» вверху полукругом. Так, на реверсе данной монеты в обрамлении растительного орнамента на зеркальном фоне размещены надписи «Обязанность», «Мужество», «Память» на украинском языке. «Обов'язок», «Мужність», «Память». Посвящена она, эта монета, украинским военным специалистам, участникам многих миротворческих миссий. С 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 40 тысяч украинских военнослужащих. Украинский боевой резерв насчитывает почти 330 тысяч человек, большую часть которого составляют ветераны войны в Афганистане. До отдельного эшелона ветеранов боевых действий относятся военные специалисты с опытом ведения миротворческих операций во Вьетнаме, Сирии, Анголе, Мозамбике, Египте и других странах. Дата выхода в обращение данной монеты 26 декабря 2019 года. Номинал 10 гривен, сплав на основе цинка. Диаметр монеты 30 мм, масса 12,4 грамма, тираж 1 миллион экземпляров. Все, друзья, спасибо большое за внимание. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Все, всем удачи, всем пока.